8 мая на стадионе Аула Кашихабль прошел традиционный ежегодный турнир по мини-футболу на призы администрации муниципального образования Кашихабльское сельское поселение. В турнире приняли участие 5 команд. Футбольные клубы «Факел» станица Дентуковская Гегинского района, «Юность» Аула Кашихабль Сосрука 1, «Интер» Сосрука 2, «Юные спортсмены» Аула Кашихабль. Мы проводим очередной традиционный турнир на призы главы администрации муниципального образования Кашихабльское сельское поселение. Хочу всем пожелать удачи. Завтра мы отмечаем 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Я хочу, чтобы мы отмечали победы только в спортивных состязаниях. Хочу предоставить слово главе администрации муниципального образования Кашихабльское сельское поселение Курашинову Мурату Мухарбиевичу. Спасибо, что приняли участие в нашем турнире. Всем без трав, пусть победит сильнейший. Несмотря на дождливую погоду, настроенные на победу, команды добивались поставленной цели на протяжении всей игры. По итогам соревнований в упорной борьбе за первенство победу со счетом 2-1 одержала команда «Сосрука-1». Матч получился по-настоящему интересным и захватывающим. Были отмечены и награждены лучшие игроки турнира, лучший вратарь Алан Киржинов, лучший защитник Заур Метков, лучший бомбардир Азамат Тау. Все они были награждены кубками, грамотами и денежными призами.